Свою миссию добра может выполнить каждый. 20 апреля по всей России стартует добровольческая акция «Неделя добра». За непродолжительное время волонтерские объединения, организации и все желающие посещают детские дома, навещают ветеранов, наводят уборку территорий. В Ненецком округе «Неделя добра» проводится уже в 6-й раз. В этом году ее участниками станут волонтеры и добровольцы Нарьян-Мара, искатели Красного, Хруты, Оксина и Коткина. В этом году максимальный уклон сделан на мероприятия, приуроченных к этой памятной дате. И будет большое количество мероприятий вот такой направленности. При школах или просто инициативная молодежь. Если брать, например, по поселку Хрута, то там в основном работающая молодежь, просто инициативная, которая в чем-то хочет заниматься. Открывают «Неделю добра» жители Коткина. Сегодня в селе пройдет акция «День милосердия». Организаторы акции проведут благотворительную ярмарку поделок и домашние выпечки для малоимущих и многодетных семей.